Нас приглашает Тишков Александр. Выступает на лошади по кличке Калипсо, представляет конно-спортивный клуб «Дартис». Давным-давно, в 11 лет, отец мой предложил, когда нет у меня тренировок по футболу, посещать конюшню, где он был тренером. Ну и я пришел на конюшню в субботу, потом пришел в понедельник. Когда не было тренировок по футболу, я еще стал проситься туда. Отец, естественно, это понял и говорит: я тебе дам лошадь одну, вот эту, смотри, какую красивую, тогда по кличке Виват. Но нужно приходить каждый день на конюшню. В общем, я завязал с футболом и полностью перешел в конный спорт. Лошадь точно забрала уже мое сердце, забрала мою душу. И вот сейчас мне 47 лет, и я до сих пор ни дня не пропустил, да, вот с этого времени занимаюсь именно конным спортом и конкуром.